Я думаю, ты слышал, что был обмен, да, недавно? Да, 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 слышал. Слышал, что 200 украинских военных? Да, поменяли на одного. Знаешь, кто это? Ну, слышал, там какой-то то ли политик, то ли кто он. Виктор Медведчук. Ну, честно говоря, не знаю, кто это, но... А знаешь, кем он приходится Путину? Кем? Это его кум. А, ну еще бы. Что думаешь об этом? Что думаю, да? А что тут можно подумать? Проще своего человека вытащить, чем простых людей. Но кум Путина сейчас на свободе. Да, и 200 украинских военных вернулось. Угу. Среди них много азовцев. Украинская армия чтит своих воинов? Это вопрос. А. Ну, я думаю, что да. А русских? Россия чтит? Ну, получается, что нет. Если 200 человек поменять на одного. Это справедливо или нет, твое мнение? Нет. Ты думаешь, что тебя обменят? Ну, хотелось бы. Но сомневаюсь, я так понял. Ну, да.